Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. Что-то это я... Да не ссы. В инструкции сказано красный провод. Самый выдергивай. Сам и выдергивай. А я пока за углом постою. Что, штанишки надел? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну-ну, мужик, чё руки-то дрожат? Руки, ладно. Прости, нахрен!
Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка, всем быстро по маршрутам! Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал... Без разговоров! Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь! Пулю в затылок, это еще куда ни шло! Какие люди? Какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Или пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс с хвостами. Развелось тут. В общем, иди выполняй. Бегом! Есть! Ах вы, подлюки! Сеня, ну, дождетесь меня! Получил? Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не взял. Отставь бумажки. Скажи, что если кто-то оружие не заменит, оба в карцере песни петь будете. Значит так, мне тут приказали подключить людей к работам. Вот так так. А что случилось, Андрей? Аврал случился, рук не хватает. Вот нами дыру и затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определи тем двум бездельникам фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Так, мужики, припахали таки нас. Ищем себе дело. Ну, я тогда пойду там перетащу чего для виду. Я тоже поковыряюсь. Вы там понатуральнее, чтобы втыка потом не было. Но кто так ладит? Надо будет потом носом. О, ну и бардак. Ничего не. Чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну, расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного краном.
Не, ему... Эй! Был. Только потому, что я остался. А что было-то? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, кто-то и наших, и фашистов всех подчистую выбил. Смена пришла, а все лежат. И фашистов нет. Вообще никого живого. Летеха разведку послал, те вернулись, на той стороне то же самое. Пока собрались наступать, фашисты забегали уже, зашумели. Видно, тоже смена прибыла. А на кого вообще думаешь? Там же народу было. Мы же месяцами там с фашистами бодали. Но куда там? Укрепление с обеих сторон непробиваемое просто. Слухи дикие ходят. Дескать, один кто-то работал. Чуть ли не сам черный обходчик. Мол, разозлил его кто-то. Открутил гайку с путей. Да бред полный. Ты-то сам что думаешь? Думаю, это или ганзовские команды. Или спецназ поезда. И крупный отряд. Человек 30. Иначе хрен бы они смогли напасть одновременно с обеих сторон. Да как такой отряд прошел бы там незаметно? Хотя предатель там вроде был. Ловили его еще потом. Шпион какого-то через кузню на фронт переправлял. Под дрезину. Может, шпион это все разведал и навел потом. Но все равно, больно сложно получается. Ну что ж теперь знаешь? Не понял. Вышло же как-то. Посты с тех пор утроили, кстати. Давай-ка и ты лучше по казарме пройдись. Да посмотри, чтобы и нас так не застали. Ладно, гляну. Все равно заняться нечем. За отсутствие на посту? Да, могут и не разбирать особо. Эй! Кто там?
А? Такого добра. Скоро облучимся, тут все как сталкеры какие. Ты не выступай там. Надо, значит, надо. Скажи спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляют. Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний. Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к поверке бывает? А? Тревога! Он прячется. Всем внимание! Приступаем к плановой проверке обеда. Петруха, готов? Ща, минуту!
Все, готов! Тогда давай по списку. Обороты компрессора. Нормально. Состояние катализатора. В норме. Выход метанола на сепараторе. Нормально. Температура в теплообменнике. Что? Показатели расхода. Порядок. Давление синтез газа. Отлично. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Ща, минуту. Готов! Ну давай здесь пройдемся. Что за? Показатели расхода. Норма! Состояние катализатора. Нормально! Выход метанола на сепараторе. Порядок! Обороты компрессора. Отлично! Температура в теплообменнике. Нормально! Ну и хорошо. Записал. Пошли на третий. Ща, минуту. Начинаем! Состояние катализатора. Порядок! Обороты компрессора. Нормально! Показатели расхода. Норма! Выход метанола на сепараторе. Налёт! Давление синтез газа. В норме! Температура в теплообменнике. Отлично! Ну и хорошо. Записал. Последний остался. Потопали на четвертый. Ща, минуту. Приступили. Состояние катализатора. Нормально. Обороты компрессора. Норма. Температура в теплообменнике. В норме. Показатели расхода. Нормально. Давление синтез газа. Порядок. Выход метанола на сепараторе. Отлично. Ну и хорошо. Записал. Ну все, поздравляю. Плановый осмотр успешно завершен. Можно перекурить? Да, до завтра все свободны. Не понял, что это?
по описи принял? Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее? Что точнее? Там и груз. И вообще, не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потырили там шкурцы. Ящиков электродов и крепежа. Раз написано, значит так. Есть и есть, а пересчитать нужно. Ты давай к ящикам, а я бочку посчитаю. Как скажешь. Только потом перепроверь, а то тут и обсчитаться не будет. Только коммунизм точно сможет спасти человечество. Только он сплотит выживших в ужасной мировой войне, которую развязали империалисты. И метро жило бы при коммунизме уже сейчас, а через 10 лет мы бы заново покоряли поверхность. Мать твою! Все же.
Все, неудачники, партия закончена. Я, как всегда, выиграл. Шулер чертов. А ты меня за руку поймай, а потом языком чеши. Все, отставить разговоры. Проиграли, отдувайтесь. А я посмотрю. Ничего, и от тебя удача отвернется. И очень скоро. Иди, иди, пророк хренов. Вообще... Закурить бы. А то как-то... Не по себе. Должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ты паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермовороты заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет? Как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Что за... шум? Ах ты!
послышалось. С недосыпа и не такое чудится. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось, человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь и не такой-то мелит. Не понял. Эй, внимание, противник рядом. Тревога! Лежат. Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли?